вроде все нормально. Баба Зина, как обычно, танцует на столе. Михалыч, в принципе, тоже как обычно. В одиночестве там попивает что-то. Это типичный я на всех вечеринках. Все тусуются, я за столом в телефоне сижу. О, Стёпушка притопал, да? Ну, Стёпушка, как всегда, нарколыга, еще тот лютый был. О, да, башкой ходит, трясет. Не, как бы это обычный Новый год, вот это я помню, что было до этого момента. Все сидели, все тусовались, камеры как бы не врут, все запечатлили. Нет никакого маньяка, вот Стёпе там, в принципе, хорошо. Так, мелкий, переключи там на другую камеру. Опа, здесь у нас Маргарита Степановна на улице. А что мне интересно она здесь делает? О, так она Стёпочку ждала, да? Вот это я, наверное, не должен, да, был видеть? Это я не должен был видеть. Ну как бы любовной паре даже в Новый год надо уединиться. Это типично, это нормально. Вышли на улицу, гланды друг другу пощекотали и все. Мелкий, переключай камеру, не хочу на это смотреть. Просто вспомнить, сколько раз Михалыч за ночь брынчал на этой своей балалайке, на кой черт я ему вообще ее подарил на Новый год. Ну, а я типичный я. Как всегда сижу и, как всегда, слушаю вот эту всю фигню. А слушай, а бабе Зине, походу, это все нравится, как Михалыч играет. Да все, вырубите его кто-то, сломайте ему гитару, пожалуйста. Ну, хотя бы бабу Зину качает, и то хорошо. Да, вот это я помню, здесь уже почти Новый год был. Сейчас все сели, все сейчас сидят. А Мелкого, кстати, уже нет с этой Солечкой. Значит, они ушли даже до Нового года, вот это, они же ушли куда-то гулять. Вот, да, я вышел на стол, сейчас я зачитаю речь, поздравлю всех с Новым годом. И как я помню, я вроде то ли на улицу выбежал, потому что у меня или живот заболел, и я просто захотел подумать, там, на звезды посмотреть, свежим воздухом подышать, вот. А вот это я уже не помню, честно. Ну вот, все хорошо. Все сидят, разговаривают между собой, ждут Нового года. Ничего не предвещает беды. Все обычно. Стёпе, как я вижу, в принципе, очень даже хорошо. Ага. А стекло-то кто там разбил? Это я на улице там хулиганю или кто, не могу понять? Ядрёный черт в маске его, дружок переростыш! Так вот оно что было! Так вот, когда они сюда забрались, именно тогда, когда я выбежал на улицу! Так, Франкенштейн, вот этот, Маргарита Степановна! Стёпа убежал к чёртовой бабушке, как я вижу, за ним Маргарита Степановна! Михалыч вообще через окно самый умный! Ну, и как мы уже все знаем, осталась бедная баба Зина, которой, в принципе, некуда скрыться. Баба Зина. Ага. А Франкенштейн в углу заныкался. А мне интересно, где я-то был в этот момент? Вот я забежал, ни черта не понимаю, что происходит. И Франкенштейн подкрадывается, шандарахает. И вот моя амнезия и потеря памяти. Так вот, что оно было! Так меня по башке этот... Качок нафиг, бодибилдер, меня шандарахнул, конечно, всю память у меня отшибло. И вот маньяк с баллончиком стоит возле стены и разрисовывает ее вот это послание. Это, я думаю, он кровью это нарисовал, кроваво, это он баллончиком сыкло. Все остальные хотя бы убежали, естественно, кроме меня и кроме бабы Зины. Да ну нафиг это все реально, я как будто один разбираюсь в этом городе с этим маньяком. Да вы видели это? Как вспомню, так сразу мурашки по коже. Ой, Степа, я тебе, конечно, не завидую, то, что ты там был, как бы я там тоже был, но меня вырубили, и я вот ничего не помню. Ладно, пошли. Вот, как бы, слушайте, у вас есть другой вариант, что мы можем сделать в этой ситуации, кроме того, как я реально пойду, встречусь с маньяком и, наконец-то, все решу. У кого-то есть какие-то другие варианты? Вот и у меня, Стёпа, нет никаких других вариантов. Если мы...
маньяк хочет встретиться именно со мной. Мне очень интересно, почему он на меня именно в глаз положил. Но если он хочет в полнолуние со мной встретиться, значит, мы с ним встретимся в полнолуние. Кто-то знает, когда следующее полнолуние, нет? Через 3 денька вроде. А ты, Олечка, откуда знаешь? Моя мама гадалка просто. Ведунья, да, там по звездам гадает, по картам, там вот это. Ну ладно, ну я поверю тебе на слово. Если через 3 дня, значит, у нас есть еще 3 дня в запасе. Я надеюсь, что за эти 3 дня маньяк никого резать не будет. На самом деле 3 дня осталось, полнолуние уже близко. Значит, за эти 3 дня я ли должен попрощаться со всей своей семьей, оставить мелкому завещание. Ну, или же придумать какой-то способ, как же нам выкрутиться из этой ситуации. Ну, а пока я всем вам предлагаю забиться ко мне в хату. Вроде еда там есть, даже на пару недель вперед. Засядем туда на дно и подождем, пока пройдут эти 3 дня. Потому что пока что я, честно, не знаю, что делать. Весь город просто пустой. Как мне Степа сказал в предыдущей серии, все уехали куда-то за город. Поэтому я даже не знаю, куда нам сейчас отправиться. Что здесь лодки-то делают, а? И что здесь вот эта огроменная горка-то делает, а? Ванчос! Аленка! А так это вы тут раскатываете на этих горках? Ой, я вижу, Степе весело, да, Степа? Ну и мелкому тоже. Хорошо, что всегда надо оставаться ребенком, Степа, даже когда тебе под 60. Ой, отойдите, сейчас собьет кого-то мелкий, отойди, Степа! Ну, все, минус Степа. Коленку сломал, да, небось? Ванчос, ты смотри, куда едешь. Отойдите, сейчас, Аленочка. Ёхрена, ты что такая быстрая? Здравствуйте! Я вижу, вам здесь весело, да? Приехали со своей деревни, даже не знаете, что здесь произошло. Здорово, пацаны, чё, живы-здоровы? Ну, как живы? Кто-то жив, кто-то не очень. Баба Зина, земля и пуховик. Да, а мы Новый год встретили с батей у меня дома, в безопасности. А у вас чё? Да как чё? Вот мелкий жив-здоров, слава яйцам, куриным, новогодним. Сёпа тоже жив. Олечка жива. Да все живы. Кроме баб Зины. Еще раз земля и пуховик. Маньяк. Да, ёк-макарёк. Маньяк ворвался в новогоднюю ночь. Мы только что вот эти записи через камеры посмотрели. Маньяк, короче, ворвался. Я-то ничего не помню. Меня вот этот Франкенштейн по башке как шандарахнул. Прям потеря памяти. Я как там провалялся до утра. Вот только вот буквально недавно очнулся. Оказывается, бабу Зину порешали. А это чё, Ванчос? Это вы с Аленкой построили вот эту горищу огроменную? До Нового года же ее даже не было. Да, вот горку тут построили тут. Слушайте, а вы не против, если мы немного прокатимся? Ну, перед тем, как мы в зимнюю спячку прям забьемся к себе домой на 3 дня до встречи с маньяком. Да, конечно, можно. Степа, забирай одну лодку. Я тоже одну заберу. Мелкий, ты со мной поедешь. Нет, не трогай лодку, ты со мной поедешь, ты еще мелкий самому нельзя. Все, пошли, пошли. Олечка, ты тоже пошли. Че надо? Ой, мелкий, мне кажется, там между твоей... Стоп! Мне кажется, там между твоей бывшей и между твоей нынешней что-то намечается. Драка! Эй, курица, ты что делаешь? Ну, слушай, мелкий, просто представь на секунду, за тебя 2 бабы дерутся. Не разделили тебя, походу. Ты мачо-мен просто мачо-мен юный. Местный альфа-самец. Я с ним даже спорить не буду. А вот с тобой, Ванчос, я поспорю. Ну, короче, Ваня, по секрету тебе скажу. Ты вот смотри, Аленка, походу, унюхала то, что мелкий-то с Олечкой встречается в данную секунду. Ты смотри, заревновала. А это значит то, что у нее еще чувства к мелкому остались. Ох уж это Аленка. Да, Ванчос, вот просто на секунду представь. Вчера она с мелким встречалась. Сегодня она с тобой встречается.
А чё завтра? А завтра чё, вообще Колечки начнет подкатывать? А, слушай, а фиг его знает, это Алёнка на всё способна. Ты подумай над её поведением. Стёпа, вот это, лодку забирай, сани, лыжи, сноутборд, чё это такое? Держи свой кофе, пошли. Ты смотри, какая огроменная! Они еще здесь и лестницу построили. Слушай, а Микасель это бомжара сделал? Все же как бы мэр этого города, он должен как-то развлекать вот этих жильцов. Хотя, учитывая, что бомжара ни черта для этого города никогда не сделал, наверное, это вряд ли он был. Так, сюда. Мелкий, засандаливай свою задницу! Степа, ты за нами! Мелкий, готов? Ну, давай. Раз, два, три! Смотри, какая скоростная просто! Вот! Все, вылезай! Вылезай, вылезай! Аж подтошнило немножко! Вылезай, мелкий! Степа! Спускайся! Нет! Мне страшно! Степа, мелкий только что спустился, ему 6 лет! Или 7. Тебе сколько лет? 7? 7. Ему 7! Давай спускайся, не сыкуй! Здоровый мужик, взрослый! Вот, мелкий, отойди. Мелкий, я тебе сейчас жизнь спас. Страшно было? Ну вот я говорю то, что не страшно. Ладно. Ладно, пацаны, я домой. Надо еще с Аленкой серьезно поговорить. А вам удачи. Аленка, вставай, нам надо серьезно поговорить. Аленка. Это, походу, они здесь вот надрались уже, что одна устала, что другая устала. Или кто-то кого-то вырубил, да? Иди, Аленка, да. Ты, Олечка, тоже вставай, пошли. Мы сейчас тебя, наверное, к твоему отцу отведем. А то, как бы, я ему сказал то, что мы тебя вернем после Нового года. Уже середина января. Заходите, проходите, дамы и господа, туда внутрь. Давай, 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 Степан. Слушайте, хороший подъезд. Я первый раз вижу этот дом. Он уже мне нравится. Сейчас батя твой выйдет. Хотя это твой же дом, ты можешь зайти просто, да и все. Спасибо, что проводили до дома. Да пожалуйста, Олечка, не благодари. Романтик-то какой! Рогатку убери, рогатку. Я все понимаю, встречаетесь. Все, из дома не выходи в ближайшие... 3 года, лучше вот так. Спасибо, мелкий. До встречи. Хорошая девушка. А почему нет? Уж лучше, чем Аленка, 100%. Пошли. Мелкий, когда свадьба? О, там у нас типа жених и невеста. Да вот это все. Да хватит, пацаны, да успокойтесь, а? Пошлите. Когда будет свадьба, Степа, тогда я вам мелкий на 100% пригласит. Чур, я свидетель! А ты чур второй свидетель, да, мелкий? Все, давайте, пошли. А сейчас домой по огромному кофеечку и можно спать. Здорово, мужики! Здорово, мужик. Я тут это, подумал и решил вас отблагодарить. Ну, слушай... Это хорошо, то, что ты подумал. Думать всегда хорошо. Кто не думает, тот тупой. Вот. И благодарность это тоже хорошо. Благодарить людей тоже надо, да. Но у меня вопрос есть один к тебе. А ты кто вообще, а? Мужики, в смысле? Вы что, меня не узнали? А-а-а! Точно! Ты же вот этот самый, который вот тогда, когда мы проходили, типа, встретили, вот этот, которого мы потом видели. Нет, я не знаю, кто ты вообще, кто ты. Так это же я, бомжара. Какой бомжара? Наш бомжара? А ну подойди. Ты чё, помылся что ли? Ну типа того, да, волосики подровнял, решили стиль изменить, жизнь новую начать. Это... Как тебе должно было чем-то по башке прилететь? Подожди, подожди, подожди. Бомжара. Жизнь ютубера. Самой первой серии.
это примерно какая-то там уже 160 с чем-то там серия. И ты только сейчас решил помыться и вещи переодеть. Ну, типа того, да. 170 серий. Бомжара помыться решил. Разве это не новогоднее чудо? Спасибо большое, Дед Мороз, то, что услышал мои молитвы. Бомжара, ну покрутись. Матерь Божья, все девушки этого города точно твои. Ой, держите меня семеро, я сейчас... Эта уличка сейчас из окна выпала или мне показалось? Ты, конечно, преобразился, честное слово, бомжара. Тебе просто не узнать. Я даже не знал, что у тебя борода есть. Пацаны, это вам. Один снегоход тебе, другой снегоход мелкому. Давай один снегоход мне, а другой снегоход Стёпе. У мелкого просто даже прав еще нет. Вот мелкий... Да. Всё! Всё хорошо, да, один снегоход тебе, только аккуратно водить. Бомжара, за какие услуги, я не могу понять, нам снегоходы эти. За услуги перед родиной. Ну и за помощь гражданинам города ютуберов. Ну да, пошел я нафиг. То есть, это тарантайка моя, а та драндулетка мелкого, мелкий, запердаливай свой пердак и погнали, сейчас будем с тобой гонку устраивать. Мелкий, давай на низкий старт, сейчас будем устраивать гонку. Кто здесь у нас звезда города ютубера? Стёпа, ты вот это, дай счет, пожалуйста. На счет три. Давай, раз. Мелкий, я тебя вздрючу, два, куда? Он только два сказал, и только сейчас три. Бомжара, ты все видел, это фальстарт был. Победителю приз так золотых монет. Сраный мелкий, да куда едь-то, да фальстарт, ладно, до свидания. Я и так уже просрал.